Госавтоинспекторы убеждены, учиться соблюдать правила безопасности дорожного движения дети должны с самого раннего возраста. Поэтому регулярно представители отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД «Россия Щелковская» выезжают в детские сады, чтобы проводить там учебно-профилактические занятия «Веселые старты». На этот раз оно прошло в детском саду «Березка» в микрорайоне Чкаловский. Такие мероприятия у нас нацелены на то, чтобы детям объяснить в доступной игровой форме о том, как правильно себя вести на дороге, как переходить дорогу, распознавать знаки, а также о том, как действовать в тех или иных ситуациях. Таким образом, мы пытаемся привить детям культуру поведения на дороге и снизить уровень аварийности и травматизма. Для детей начертили на асфальте пешеходную зону, разделили мальчиков и девочек на водителей автомобилей и на прохожих с колясками. Госавтоинспектор показал, как он регулирует переход улицы, как подает сигнал для того, чтобы транспорт останавливался. Дети с удовольствием осваивали правила поведения на улице. Также им предложили соревноваться в собирании разрезанных на части знаков дорожного движения. Это отличный способ запомнить и понять, как они выглядят и что означают. Дети, в свою очередь, подготовили для гостей стихи на тему ПДД. Перед быстрой у машины никому нельзя бежать. У дороги надо маму крепко за руку держать. Ну, конечно, они будут применять свои знания в жизни, чтобы, когда будут переходить дорогу, родители останавливать, если вдруг они будут идти неправильно. И это всегда пригодится в будущем. В сад «Березка» в старшие, средние и младшие группы ходят более 490 детей. Госавтоинспекторы в этот выезд в дошкольные учреждения провели веселые старты несколько раз подряд. Они познакомились с правилами безопасности дорожного движения ребятишек из всех групп. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.